Да вы сами по себе сейчас глюк. А, Дэн, Дэн, смотри внимательно на эту ситуацию. Слушай, давай ставим коллег и все. Понимаешь, мы просто приехали, увидели ботов, стреляем по ботам, о, смотри, вот сзади. Увидел, заметил. Он видит сзади, нас только он, сзади. Сзади вообще. Вот надо просто задом не подставляться и все. Ты это видел? Да. У меня, кстати, сцепка до сих пор работает. Стой. Стою. Попытаюсь на... Я понял, как это работает. Ну, блин. Дэн, заметь, что боты, они не знают, что делать. Они ездят вокруг и не стреляют. Реально, они не стреляют. Ты понимаешь, что ты закрыт мной, а я закрыт тобой, и все. О, я тоже мог. Я нашел угол, под которым я могу стрелять. Это знаешь, когда Power Ranger что-то помали, когда соединяются. Да, этот человек тоже в офиге. Это мне кажется, если, когда мы расцепимся, то меня отправят в космос. Просто вот туда вот я полечу и всё. Это самый... Держи, держи. Кстати, я просто, я могу стрелять, я могу стрелять. Знаешь, смотри, я могу через твои... через решётку, я вообще исчезаю, просто исчезаю, это исчезает, это просто исчезает, это исчезает. Вот, ты понимаешь, что просто исчезает, но когда пускай, прямо. Ну, то есть, как самбо было. Самбо, понимаешь, мы теперь как-то странные. Ну, ты помнишь тысячелетнего сокола? Да, да, да. Мы немножко похожи на него. Так незаметно абсолютно. Блин. Какие-то упоротые, ребят. Ты только заметил. А, кстати, кто забрал груз? Я. Отдай. У меня пушек нету. Отдай. Отдай или мы... Это мы грозим грузы. В таком положении? Что это было? Он самоликвидировался. Как бы да.